بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين كالمبتدعة والمشركين والصلاة والسلام على نبينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وخير خلق الله أجمعين وعلى آله وأصحابه الطيبين أما بعد فنتابع درسنا من أسباب نجاة الأمة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى. Далее с дозволения Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля мы с вами продолжим свои уроки из книги многоуважаемого шейха Аль-Аллама صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان دخرنيت و الله سبحانه وتعالى книга называется أسباب نجاة الأمة то есть причина спасения этой уммы. На самом деле, بارك الله فيكم, мои братья и сестры, в этой книге, несмотря что объем очень маленький, بارك الله فيكم, маленький, шейх на самом деле упоминает эти пункты, в котором говорится, это является причиной спасения этой уммы, да. Умма, которая сегодня не спасен, да, если обращаетесь сюда, на самом деле найдете здесь, в этих пунктах умма ошибается, поэтому, баракаллаху фикум, они, и это как было в прошлых уроках из книги шейха Ибн База, рахимахуллаху тааля, прочитались, причине слабости уммы, понимаете? Потому что вот эти причины спасения умма почти не существуют, баракаллаху фикум, понимаете, не осуществляется, нету их. Шейх хафизахуллаху тааля несколько причин рассказал нам, баракаллаху фикум, ва джазахуллаху хайрал джазаи анна ва ан джамиль муслимин. Последнее то, что он рассказал, он говорил, وَكَذَلِكَ مِنْ أَسْبَابِ نَجَاتِ الْأُمَّةِ, который мы в продолжении будем сегодня читать, иншаллах. Также из числа причин спасения этой уммы является الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ, то есть приказывает к одобрению и удерживает от порицаемого. وَهُوَ مِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ نَجَاتِ الْأُمَّةِ, сказал. Понимаете? Это одно из величайших причин спасения этой уммы. До тех пор, пока среди умма, баракаллаху фикум, существует «Аль-Амру биль-Ма'руф ва-Нахью ан-Ил-Мункар», значит, эта умма спасен, иншаллах. Эта умма спасен или спасется. А когда умма, вот это «Аль-Амру биль-Ма'руф ва-Нахью ан-Ил-Мункар» оставляет, понимаете, умма погибает. Может быть, нам многим людям неизвестно, но умма погибает, так как Аллах Субхану ва Тааля нам рассказал о сынове Исраиля, что они натворили, что сделали, и как Аллах Субхану ва Тааля их уничтожил. Вот таким же образом умма, уммату ислам тоже исчезает. Далее шейх говорит, حفظه الله تعالى, ولما قرأ صلى الله عليه وعلى آله وسلم قوله تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. هذه سورة المائدة 78 и 79 аят. То есть, когда пророк, саллаллаху алейхи ва алейхи ва саллям, прочитал слова Всевышнего, где Аллах Субхану ва Тааля говорит, «Лу'ина ладзина кафару мин бани Исраиля аля лисани Дауда ва Иса бни Марьям». То есть, те люди, которые были кафири, понимаете, те люди, которые были кафири из сыновей Исраиля, они от уст
или через уст пророк Давуда и Иса ибн Марьям, они стали проклятыми. То есть туридан мин рахматиллах. Они из от милости Аллаха лишены, вот эти кафиры из сыновей Израиля. Понимаете? То есть би ан даа алейхим Аллах субханаху ва тааля, понимаете, из уст или на устах, на уст, значит, из языка Дауда и Иса ибн Марьям, даа алейхим, против них сделал дуа. Это по какой причине? ذلك بما عصوا كانوا يعتدون. Это по причине того, что они ослушались. Здесь посмотрите, аль-мафулу бихи не упомянуто. То есть عصوا الله ورسوله. То есть они ослушались Аллаха и его посланника. Понимаете? وكانوا يعتدون. И по причине того, что они часто нарушали закон. Понимаете? Потому что в глагол «Ятадуна» еще вспомогательный глагол зашел. «Кану». Обычно, часто они нарушали. Один из народов, который больше всех народ, они нарушали закон Аллаха, это иудеи и христиане. Понимаете, баракаллаху фикум? «Иътидаахум», например, «фиссабти ва гайрихи». Их нарушения в день суббота, правильно нарушали, их вагайру и другой, и другой. Дальше послушайте, баракаллаху фикум. Кану ла ятанахауна ан мункарим фаалу. Теперь их не качество говорит, качество народа, их не ученые. Танаха ятанаха от порода тафаали ятафаалу, да? Это иногда переводится как между двумя лицами. Между двумя человеками, между двумя группами. Обычно они «ля янха ба'духум ба'да» друг друга не удерживали. От чего? От мункар. От порицаемых, которые «ба'духум фа'алюху». То есть «фа'алюху», то есть «фа'алюху ба'духум». То есть часть из них сделали вот это преступление, другие часть знали, что это преступление, но им не сказали, что нельзя, не делайте этого, не говорили. А теперь итога посмотрите, баракаллаху фикум. Понимаете, здесь мы два категории людей видим. Преступники, которые ослушались, которые нарушения делали, это делали, то делали. А вторая группа, это ученые, которые знали, что это нарушение, но молчали. Не говорили. А первая группа ученых, о них было сказано, баракаллаху фикум. Так как в прошлом уроке было сказано, баракаллаху фикум, где Аллах Субхану ва Тааля сказал, что «Анджайна ладзина янхауна ани су, ва ахадна ладзина заламу би азабин баис, бима кану яфсукун». Это уже понятно в прошлом уроке. Понимаете? Здесь речь идет о два категории людей. Первая категория преступники, второй так называемые ученые, или, скажем, знающие, да, но не запретили. А теперь итогу вы посмотрите, баракаллаху фикум. Или завершение аята вы внимательно посмотрите, прочитайте. لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. يَفْعَلُونَ. Здесь يَعْتَدُونَ нету. Как плохо говорит то, что они يَعْتَدُونَ не говорит. Как плохо, что они не удерживали других, не говорит. Почему? То есть, баракаллаху фикум, это означает, что Аллаху Алям, что то, что те группа и эта группа совершали, как плохо они сделали. То есть они нехорошо сделали, плохо сделали. Те люди, которые нарушения сделали, плохо сделали. Те люди, которые они, значит, не удерживали их, тоже одинаково. Понятно, да, баракаллаху фикум? Вот эти тонкости аяты, если понимаете, тонкости есть в этих аятах. سبب اللعنة أنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. Теперь посмотрите, причина лана. По какой причине все эти люди попали под гнев Аллаха или, скажем, под лишенности от милости Аллаха?
أنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه потому что они не удерживали от порицаемой друг друга которые какой-то час из них совершали этого فلعنهم الله جميعا الله سبحانه وتعالى всех проклял قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا أو لا يضربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم يلعنكم كما لعنهم رواه أبو داود والترمذي وغيرهم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. في этом حديثه пророк صلى الله عليه وعلى آله وسلم говорит что учтите, учтите. Клянусь Аллахом говорит, обязательно вы будете приказывать к одобряемой. Это ваша обязанность. ولا تنهون عن المنكر. Обязательно будете удерживать от порицаемых других, да? В первую очередь себе, потом других удерживать. Это ваше качество. Вы наилучшей общиной являетесь, потому что вот такое качество у вас есть. Дальше послушайте. Теперь практически, так как это мункар, это не каждый, кто его понимает, или, скажем, не каждый, кто смелых у него хватает удерживать от порицаемых, теперь посмотрите дальше, что говорит пророк, саллаллаху алейхи ва алейхи ва салям, говорит. «Вала таахудунна аля яди ас-сафихи» обязательно, непременно вы будете схватить руку, руку, значит, ас-сафих, глупого. Из этого можно делать вывод, что те люди, которые занимаются мункар, основные они являются глупы. Хавариджи, глупы. Тахрир, глупые люди там заходят, понимаете? Неграмотные, глупые они. Исламские партии возражения, большинство, глупые они. Понимаете? Все эти партии, все эти группы, джамаати, да, все они глупые. Аллах Субханаху ва Тааля дал вам возможность, что вы знаете, что они в заблуждении, вы знаете, что они глупые, а пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, их называет сафиями, да, глупыми, глупцами. То схватите их руку, говорит, заберите, возьмите их руку, говорит. وَلَا تَأْطِرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ то есть, لَتَرُدُنَّهُ то есть, непременно тебе необходимо, или вам необходимо его вернуть к истину. أَطْرًا насильно. Насильно его надо вернуть к истине. وَلَا تَقْصُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ Вот это очень тонкий слово, варакалафикум. Вала таксурунна, а что означает? Вала таксурунна-ху аля-л-хак, ла тахбисанна-ху. Хабс, это тюрьма, понимаете? Ты его охранять будешь его над истину, касран, то есть хорошую охрану его будешь держать. А то некоторые люди есть, одного там брат мусульман, говорит, я призывал, он из исламской партии возрождения оставлял, вышел оттуда. Вышел, куда ушел теперь? Нельзя. И вот, если ты, аль-хамдулилля, благодаря твоего призыва, этот человек, хизб ат-тахрир бросил, или джамаат такфир, или там байата джамаата, и другие заблудших, он оставлял. Теперь вопрос, а ты куда его? К истину. А ты его дальше там с ним работал, чтобы он укрепился этим. Бывает так, что от одного группы там призывает, человека выходит, он заходит завтра и видит, что он уже таблицем стал. А третий день видит, что он другой стал. Другой, третий, четвертый стал. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, «Вала таахудунна аля яди сафих» «Держи, обязательно тебе необходимо за руку вот это глупого и заставляй его, верни его к истину и окружай его, чтобы он из истины теперь не вышел. Работай с ним». А иначе, если то, что я вам говорил наверху, говорю, если не делаете,
То есть Аллах Субхану ва Тааля так ударит ваши сердца по причине одного часть из вас, путем других, да, чтобы ثم يلعنكم كما لعنهم. Потом в конце Аллах Субхану ва Тааля вас проклиняет, да, так как их проклинал. Каких людей проклинал в этом аяте? Было сказано, те люди, которые не удерживали, не приказывали от добра и не удерживали от порицаемой. Поэтому, баракаллаху фикум, на самом деле сегодня такое, амр маруф, ва нахью ан мункар нету. Или есть недолжным образом, неправильный манхадж идет. Поэтому многие встречаются, ассаламу алейкум, уходят. 3 метра не ушел, сразу за его спиной, за спиной начинает разговаривать. Поэтому, баракаллаху фикум, все бегают в масджид, толпа, да, якобы все одинаково киям, руку, суджуд и так далее делают. Однажды, субханаллах, наш шейх хафида Аллаху Тааля сказал очень прекрасно. Здесь мы все сидим, говорит, если бы Аллах субханаху ва тааля то, что наши сердца сейчас в этом маджлису аль-илм содержит, если раскроет здесь, то есть голос будет выходить, такими словами, то многие здесь будут опозорены. На самом деле так, баракаллаху фикум. Здесь сидишь и думаешь, что все одинаково сидят? Одинаково содержат? Нет, баракаллаху. На самом деле все думают, что идут группа, масджид, они одинаковы? Иногда, Аллах и баракаллаху фикум, видно, что по их поведению там, видят, что ты идешь, убегают. Почему? Потому что знают, что это у какой-то шейха сидел, сейчас что-то говорит мне, ему не раз убегает. Вот так. Хадисов с Абу Дауд и Тирмизи и другие со слов Абу Муса аль-Ашари. Далее, баракаллаху фикум, послушайте шейх, что говорит. Кафирам минан наси юлькуна бил масулияти аля гайрихим фил амри бил маруф ва нахи ани мункар. Посмотрите. Шах говорит, многие люди есть, бросает ответственность на других по поводу приказов к одобраемые, удерживает от парисами, это не мое дело, это дело имамов, говорит. То есть, это меня не касается, говорит. Пусть имам сам запретит их от ширк, от многобожия, от бидат, это не мое, это меня не касается. Или говорит, ва якулуна хаза аля л-хая. Это комиссия, здесь создана специальная комиссия по делам, приказывают к одобраемым, удерживают от парисами. Они каждый день, например, на телевидении говорят, например, в Саудии и других местах. У них выходит, они пусть говорят. Шейх говорит, наам. Аль-хайяту алейха ваджибун азимун ва хаза амалюха. Да, комиссия, которая именно создана для того, чтобы приказывать к одобрению и удерживать от парисами, в том числе имами, муфти, да, это их обязанность. Это большая обязанность, это их работа. Лякин айдан анта алейка масулия. Но не забывай также, над тобой тоже есть ответственность. Ответственность или ответственное. Ное, да? Носите. Да. Кулли муслимин алейхи масулия. Каждый мусульманин имеет свой ответ. В то время, когда ты стал мусульманином, или когда тебе назвали мусульманином, с того момента уже ответственность есть над тобой. Баракаллаху фик. Пророк, саллаллаху алейхи ва алейхи ва салям, говорит, «Ман раа минкум мункаран фаль югайр хубьядия». Да. Как кто-либо из вас видит, из вас, то есть из вас кто-то, если увидит какой-то мункар неприятный, то есть, который шариа запретил, да, порицаемый, «Фаль югайр хубьядия», пусть изменит его руками. «Фаль лам ястатиа фаби лисани», если не сможет, то языком. Фаиллам ясати, если не сможет. Фаби кальби, то сердцем. Возненавидит это, запретит это. Вадалика адъафуль иман. Это я сами слабейший иман. Хадис аз-Зуза имам Муслим со слов Абу Саид аль-Худри, радиаллаху анху. Здесь, баракаллаху фикум, некоторые люди, чтобы не быть из числа слабоверных
мусульман, он что делает? Питается, что языком говорит. Он ни у кого не учился, никакое знание не имеет, только там оттуда, отсюда. Тоже нельзя, баракаллаху фикум. Остаться в таким средством возненавидеть мункара намного раз, баракаллаху фикум, лучше, чем от имени религии разговаривать оттуда, отсюда. Так как некоторым большинство имамы джахили. Оттуда, отсюда, какой книгу взял, вот это, какой книгу у него обложки ему понравился. Самое главное, он знал арабский язык хорошо. Понимаете? И оттуда, отсюда возьмет книгу, обложку красиво возьмет и начинает читать, растолковать. Из книги Саид Кутуба читать, из книги там Хасануль Банна читает, из книги, скажем, еще другое читает народа. Потому что там написано, так однажды один человек иранский книгу читаешь, иску там читает, говорит, здесь хал Аллах, хал Расулла написано, а что делаешь? Что здесь плохого? Ла хаула ва ла куввата илля биллях. Видите? Говорю, что здесь قال الله قال رسول الله написано. Вот даже это шиитское говорит. Ну там Аллах сказал, это есть еще хуже, чем этого человека еще баракаллаху фикум. Да? Опаснее этого человека еще есть, думаете? Нету баракаллаху фикум. Поэтому, когда в Таджикистане я сказал, что большинство имами, они достойны быть пастухом, и они обиделись на меня. Я в Аллахе, в Иллахе пастухом быть. 10 коров, там 25 баран из мусульман брат, значит, и их там в горах Таджикистан пасит, говорят, как говорят? Паситься? Чьи? Пасти, да? Эх ты, русский. На, пасти это намного раз, миллиард раз лучше для тебя, чем от имени Аллаха разговаривают ложь, да, бид'ат, вот это, ширковыми делами там, сказка рассказать мусульманам, чем вот этот пост занимать. Тебе быть хорошим, пастуха тебе хорошо уходит. А он, ему не понравился. Как один брат говорит, что один имам это в наших краях там, да, обиделся, значит, на эту книгу о безопасности Таджикистан, ответственность мусульман, эту книгу прочитал, вообще с ума сошел этот имам. Потом другому брату мусульману говорит, что я обижен, говорит, на брата Максуда, потому что он нас назвал всех имамов джахилями. А он потом его успокаивает, что сказал, что нет, он джахилев имам сказал, вы же ученый. А, да, правильно говорит. Он немного успокаивался, когда ему сказали, что алим. Алим, который, да, даже по телевизору ученых не видал. Ну, который я имею, примерно сказать. Еще они говорят, у шейхов сидел, не сидел. Понимаете? Когда ему сказали, что тебе не касается, успокоил свой имам. Это про джахилов говорит. Видишь, аль-хамду-лилля, наш имам, наш знающий. Это когда его дал описание, который мубтада ат-хабар не разбирает. Он успокаивался, обрадовался. В себе пришел. Амма ан такуля хаза аля аль-хайати факал. А что касается, когда ты говоришь, что это надлежит на комиссия по делам амр ма'руф ва нахью аль мункар, ва ла тункиру ислам, не удерживайся, ва ла танха не запрещаешь, ва ла тансаху насиха не делаешь, ва ла тадуа иля Аллахи, не призываешь людей к Аллаху Та'аля, ва ла та'идху, ваз не делаешь, наставления не даешь, ва ла тудакри, не напоминаешь людей, которые ахират забыли. Хаза халяк. Если такими делами занимаешься, говоришь, что это не мое дело, это есть гибель. Маллам ястатия, фабилисани. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что кто не сможет, пусть языком, фамаллам ястатия, фабикальби, а кто не сможет, сердцем. Вадалика абуафуль иман. Это есть самый слабейший вера. Для того, чтобы ты не был из числа слабейшей веры, один выход есть для тебя, баракаллаху фик, получение знания. Ибо, баракаллаху фикум, ты не имеешь права приказывать к одобряемому, пока ты не знаешь, что может быть одобряемым. Не имеешь права удерживать от порицаемого, пока не знаешь, что может быть порицаемым. Так же оставляй это. У тебя над тобой есть еще другие обязанности. Алейки ахлю байтик, твоя семья, над их ответственность на чейшей? На правитель мусульман, на милиции, на кто, где?
имами. Аллах Субханаху ва Тааля в Коране, в сура Ат-Тахрим, 6 аяте говорит: «Я айюха аллазина аману ку анфусакум ва ахликум нара». О те, которые уверовали, оберегайте себе и свою семью. Как Али радиаллаху анху сказал, что путем получения знания, то есть свою семью, себе и свою семью может спасать путем ознакомления себе и свою семью религии. Оберегайте себе от огня ада, вакудуха насу, растопкой, да? Дрова, да, которые там, может быть, люди, вальхиджар и камни. Не будьте, значит, из числа таких людей, которые попадают туда. Алейха малаикатун гилавун шидад. Там находятся ангели. Тали амраха, то есть, по этим, там работают. Ва таадибу ахлиха, которые, значит, обитатель ад мучают. Они очень жестокие, говорит. Гилавун, жуфатул кулуби, в их сердца никакой там мягкости, там, скажем, мне жалко этому человеку, давайте, пока начальник нету, как милиционеры говорят же, например, хоть какое преступление ты не совершал, да, если, не дай Аллах, попадаешь в тюрьме, не дай Аллах и преступление, и тюрьма, я имею в виду. Все равно тебе твой обстановка, сегодня будут грубо смотреть на тебя, завтра какой-то день появится какой-то милиционер, и тебе жалко ему будет, какой-то помощь оказывает для тебя. То есть они все равно делают нарушения. Понимаете? Нарушения закон делают они. Понимаете? А там, там ангелы, которые гилазун, то есть джуфатул кулуб алал кафирин, над кафирами. Шидадун, ай кусатун, да, очень жесткие они. Акуя, фи таркибим, их сила телосложения очень, они сильные. «Ла ясун Аллаха ма амарахум». Никогда они не будут ослушаться Аллаха, то, что Аллах им велел. «Ва яфалуна ма юмарун». Они выполняют то, что им велено совершенно. Как было сказано, баракаллаху фикум, сегодняшний там. Бедного там тахрирца посадили, 12 лет отдали, 10. Таблигца поймали, закрыли его. В Таджикистане, примерно, скажем. Или, например, какой-то человек обвиняли, что он салафит, да, при поддержке вот этих шиитов, да, его бедные там закрыли на 5 лет, на 10 лет, другого там, другого. А говорят, что вовнутри, вовнутри тюрьма, их книги есть, свои книги там есть, свои дават есть, это есть. Откуда эти книги? Наркотик, который из-за наркотика попал в тюрьме продолжает курить. Или там, я не знаю, что делать его. Откуда заходит туда? С неба? Там у них есть крыша, бараколавику. Откуда? Из-под земли? Они не крыса. Как они могут получать вот эти? Через вот эти охранники, бараколавику, которые нарушают закон стран. Понимаете, бараколавику? На. Давайте вернемся. Речь просто о чем идет? А те ангели, которые они выполняют то, что им велено. Там невозможно уговаривать, там это да, туда, оставь мне там. Аль-хайату ла та'ламу ани ладзина фи байтика. Ва валию л-амри ла ядри амма фи байтика. Это комиссия, которой ты говоришь, пусть они делают такое. Амр ма'руф ва нахью ан мункар. Они-то не знают, а те люди, которые... или те люди, которые в твоем доме находятся. Валиюль Амр, правитель мусульман, он же не знает, что находится в твоем доме. Анталь мас'улу амма фи байтика минан ниса и вала уля. Вот дуев, ты же ответственный человек. А те люди, которые в твоем доме находятся, женщины, дети, гости, анталь мас'уль, ты ответственный. Лианна наса ла ядруна амма фи байтик, потому что остальные люди не знают, не знают о том, то, что, или о те люди, которые находятся в твоем доме. وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمُ. Поистине пророк, саллаллаху алейхи ва алейхи ва саллям, сказал следующее: «Куллюкум ра». Каждый из вас является пастух. Да? Наподобие пастух, да? «Вакуллюкум мас'улан ан ра'ияти». Каждый из вас несет ответственность за свои пасты.
والأمير راعٍ, например, أمير руководитель, он тоже как в роли пастух. Да. والرجل راعٍ على أهل بيت, мужчина является راعٍ, ответственен за свои семьи. والمرأة راعية على بيت زوجها وولده وولده. Посмотрите здесь. Тонкость арабского языка, посмотрите. Поэтому ребенок относится к отцу, а некоторые женщины, как развод получают, ребенка вообще не вернет к отцу. А здесь пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в других местах. Женщина является раия, то есть, как пастух, да, в доме своего мужа и в детей его, в его детей. Значит, дети все они отца. Факуллюкум раин. Каждый из вас является раин, то есть пастухом, факуллюкум масулин ар-раияти, каждый из вас несет ответственность за свои пастухи. То есть под рука, под твой власть там, кто за них отвечает перед Аллахом Субхану ва Тааля. Хадис рассказал имам Бухари, и, значит, со слов Абдулла ибн Умар, ради Аллаху анхума. И в других местах, другие риваяты тоже есть по этому поводу. Думаю, что баракаллаху фикум, на сегодня достаточно. Я прошу Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, он дал нам тауфик сперва ознакомиться, что такое маруф, чтобы приказывать, сами выполняться к этому и других приказывать, как добра и моя. И дал нам тауфик, чтобы узнать, что такое мункар, чтобы сперва сами избавились от этого, удалялись, и потом других. Особенно, баракаллаху фикум, мы могли в соответствии этого аята делать амал, который Аллах Субханаху ва Тааля сказал: «Я айюха ладзина аману», о те, которые уверовали, «ку анфусакум ва ахликум нара», оберегайте себе и свою семью от огня ада. Нактифи ва саллаллахумма ва саллама аля набиина Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи ва саллама таслиман мазида. Вальхамду лиллахи раббил аламин. Баракаллаху фикум.